Опасная поездка на метро. Поезд в Вашингтонской подземке неожиданно сошел с рельсов. Спасатели перекрыли две линии и эвакуировали пассажиров. Благо, их было всего немного, 75 человек, но натерпелись они достаточно. Двух человек пришлось спешно везти в больницу, остальные не пострадали. Чтобы восстановить движение для пассажиров, организовали автобусы-шаттлы. Оказалось, что на обеих линиях метро, оранжевые и серебряные, всю неделю были проблемы. Поезда сильно задерживались, вынуждая пассажиров опаздывать.